Похоронили, как полагается, с траурными лентами, венками, похоронным маршем. В Красноярске прошли похороны малого бизнеса. Напомню, около месяца назад бизнесмены заявили, что недовольны сносом павильонов, а договориться с властями не получается. Поэтому предприниматели решили малый бизнес похоронить. Погребение прошло в сквере космонавтов. Около часа предприниматели произносили траурные речи. После сложили свои документы в гроб и в масках тех, кто, по мнению их, бизнес загубил, унесли его с площадки. Администрация решила все свободные земельные участки передать муниципальным предприятиям, чтобы искоренить малый бизнес в Красноярске. Конечно же, мы этого не допустим. Остановитесь, господа, я впервые вышла вот так вот. Я не могу смотреть на то, как нас уничтожают. Все, и венки все туда. Похоронить свой бизнес пришли около 1000 человек, однако чиновники из администрации, которых на митинг звали, это экс-заместитель главы города Сергей Качан, заместитель руководителя департамента экономики Петр Шальмин и начальник отдела по временным сооружениям Юлия Лузакова, на мероприятии не появились. А подробнее о митинге в ночных новостях ТВК в 23:00 расскажет его организатор Виталий Бондарев.